Студенты факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности – это спортивная гордость нашего университета и олимпийское будущее нашей страны. Они уверены в том, что мышцы не портят фигуру и что курение на самом деле вредит здоровью. Сдав успешно 6 зачетов и 4 экзамена, они окончательно убедились в том, что нет предела совершенству, и уже начали готовиться к следующей сессии. А пока они поделятся с нами своими впечатлениями. Внимание на экран! Сейчас я вам дам немного советов для будущих абитуриентов. Попала в хроники твои. До свидания! А по итогам первой сессии 11 студентов факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности сдали все экзамены на отлично. И это Нуржанова Виктория. Ваши аплодисменты факультету, пока я нажать.